Всем привет! С вами Светлана Сапегина и канал Супер Бисер. Я художник и преподаватель по бисерной флористике из России. В 2007 году я серьезно увлеклась созданием цветов и деревьев из бисера и просто абсолютно и всецело влюбилась во французское бисероплетение. В этих изделиях я разглядела вечные сокровища, уникальные и бесподобные вещицы, которые можно создавать своими руками. Позвольте вкратце поделиться с вами своей длинной историей. Освоив несколько книг по бисероплетению, я поняла, что это дело всей моей жизни, в котором я видела большие перспективы. Я окончила университет в 2009 году, и после этого началось самое интересное и продуктивное время моей жизни. Я плела и придумывала изделия каждый день, как сумасшедшая. Когда у меня создалась огромная по количеству и размерам работ коллекция собственных произведений из бисера, я начала принимать участие в многочисленных художественных мероприятиях. За десятилетний период я стала участником более 60 различных художественных проектов, в том числе международных, среди которых 13 персональных выставок. Мои работы выставлялись на таких площадках, как крупнейшая мировая выставка-ярмарка Bead & Button Show в Милуоки, США, галерея Waterhall и Metropolitan College в Бирмингеме, Великобритания, резиденция губернатора Свердловской области, Россия, Екатеринбургская галерея современного искусства. Я абсолютно счастлива и предана своему делу. Я чувствую материал на интуитивном уровне, а сам процесс бисероплетения доставляет мне огромное удовольствие. В основном мои работы изображают живые цветы и деревья, а иногда посвящены даже странам и женщинам мира. Преподавание – мое второе призвание. Я начала обучать бисерной флористике на курсах и мастер-классах в 2010 году. И на данный момент у меня более 100 студентов, большинство из которых успешно окончили трехлетние курсы. Я автор двух книг из серии «Бисерная флористика», дюжины статей в журналах и видеоуроков на YouTube-канале «Супер Бисер». Для меня большая честь впервые оказаться в преподавательском составе Bead & Button Show в июне 2019 года. Я мечтала об этом с 2012 года после первой поездки на шоу. Я готова поделиться нюансами и секретами техники и технологии и заново открыть для вас замечательный мир французского бисероплетения, забытый однажды. Рассмотрим мои мастер-классы и их расписание на Bead & Button Show 2019. Брошь «Супер Бисер» – первый мастер-класс, который состоится 7 июня с 6 до 9 вечера. Это будет трехчасовой мастер-класс для начинающих, и, вероятно, большинство из вас смогут завершить брошь в течение урока. Этот небольшой симпатичный цветок с 5 цветными лепестками и 1 зеленым листиком перекликается с русской сказкой о волшебном радужном цветке, исполняющем желание. У моего суперцветка не хватает 1 лепестка, и согласно сказке, это означает, что 1 желание уже исполнено, но впереди еще 6 желаний. После того, как мы сделаем брошь в классе, вы с легкостью сможете самостоятельно дополнить ее кольцом или парой серег. Букет вербы – мой второй мастер-класс, который пройдет 8 июня с 9 утра до 4 вечера. Это будет 6-часовой мастер-класс для начинающих с перерывом 1 час. Всего в этом живописном букете 33 веточки вербы. Весь букет состоит из рубки 9 оттенков. Это обогащает колорит букета и создает ощущение всего многообразия цветовой гаммы вербы на разных этапах ее цветения. После того, как вы обучитесь технике изготовления 1 веточки вербы на уроке, вы сможете самостоятельно создать полноценный букет и украсить им интерьер вашей гостиной. Если вы новичок в плетении цветов и деревьев из бисера, этот мастер-класс будет идеальным вариантом для изучения и вдохновения. Расширьте границы понимания возможностей работы с бисером и усовершенствуйте свои навыки. Изделия из бисера могут быть не просто поделками, а произведениями искусства, достойными музеев и дворцовых залов. До встречи! Увидимся на Bead & Button Show в июне!